Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політека. Мій сьогоднішній співрозмовник – це політичний експерт та за сумісництвом головний анархіст України Михайло Чаплига. Разом із нами я вас вітаю, пане Михайло, доброго здоров'я. Доброго здоров'я, Іван. Пане Михайло, розпочнемо нашу розмову з такої теми, от з історії, в яку потрапив народний депутат України від опозиційної платформи «За життя» і новозахищений кандидат наук з державного управління Ілля Кива. Він повідомив, що йому вручили повістку через використання радянської символіки. Зокрема, у своєму телеграм-каналі він уточнив, що слідчі з Офісу Генерального прокурора і Державного бюро розслідувань прийшли в спортзал, де він регулярно тренується. Киву запросили на допит в якості свідка в Офіс Генерального прокурора 30 червня. І справа стосується статті 436-1 «Поширення комуністичної символіки». Є відео, давайте їх переглянемо разом. За те, що я в спортзалі одел вот так вот на себя вот эту шапку. Я, кстати, с ней езжу постоянно, потому что она дорога мне как память. Это мое уважительное отношение к воинам Красной Армии, победившей фашизм. Вот за это сегодня присутствующим в спортклубе вручают повестки и приглашают в Генеральную прокуратуру. В общем, хочу сказать, я готов понести за это наказание, я готов отвечать перед законом, я буду горд находиться в суде по такому обвинению. Вот такая история. Я думаю, что здесь все офицеры, и каждый меня прекрасно понимает. Еще раз говорю, мой дед герой Советского Союза. Я чтил, уважаю и буду всегда стоять на своих позициях. Уважение к нашему героическому, победоносному прошлому. Если вы заметили, то я, по большому счету, ношу советскую символику у себя, когда у меня есть свободное на это время. Спасибо вам большое. Ребят, я вам благодарю вам. Да нет, суд, офицеру жать руку, это не в западло, не переживайте. Мы скоро к власти придем, все в этой шапке ходить будем. Тут, знаєте, пане Михайло, цікавий такий момент простежується. Навіщо пан Кива носить цю шапку, коли на вулиці стоїть спека плюс 35? Ну, я не думаю, що це сильно хороша ідея в жару ходити всім в таких шапках, там, независимо від того, хто при власті, ну і взагалі, независимо від того, так сказати, яка власть у руля, указувати людям, в яких шапках і з чим ходити, це зовсім неправильно. Ну, я думаю, що це більше була фігура речі. И, честно говоря, я не знаю, вот первое впечатление, которое у меня сложилось, что Кива каким-то образом умудрился подкупить Генеральную прокуратуру и следователей ГБР. Ну, или как минимум, не знаю, уговорить их принять участие в его пиаре. Потому что если бы следователи ГБР или там прокуратуры, я не знаю, умели читать и не страдали дислексией, то есть они понимали прочитанный материал, они бы узнали, что эта шапка была пошита явно не сейчас. То есть она, очевидно, где-то со времен Советского Союза, продается как сувенир, и, очевидно, кокарда, которая на ней есть, тоже изготовлена не сейчас, то есть до того, как этот закон вступил в действие. И если бы они почитали, то, очевидно, в этом законе они бы нашли пункт о том, что коллекционные вещи, наградные там, да, собственно говоря, не знаю, у меня там, например, трудовая книжка с гербом СССР еще, да, например, свидетельство о рождении с гербом УССР, да, ну, есть там, очевидно, какие-то документы, которые, награды и так далее, которые у меня еще с Советского Союза. Ну, вот, соответственно, они ну, имеют в себе эту символику. Более того, вы будете удивлены, но герб Австрии, он имеет в своем составе серп и молот. Ну и так далее. А белая звезда на самолетах США, это вообще, считаю, мегазрада. Вот, собственно говоря, к чему я это все веду? Я веду к тому, что ношение шапки, которая ну, является в данном случае сувениром, более того, это все было изготовлено еще до того, и если он служил Советской Армии, приносил присягу еще Советской Армии, ну, собственно говоря, запретить ему ходить с этой кокардой, ну, я сомневаюсь, что какие-то претензии есть к шапке, я думаю, что больше претензий все-таки к самой кокарде, ну, никто ему не может, это его личное, так сказать, дело и так далее. Вот, собственно говоря, в чем заключается, им еще нужно будет доказать, в чем заключается именно популяризация, то есть это тоже достаточно сложная штука. В общем, к чему я веду? Знаете, когда вот я уже часто в эфирах это говорил, но, к сожалению, очевидно, это становится каким-то символом власти, да, вот тут собственно говоря, извините, жрать нечего. Знаете, когда вот в старом советском анекдоте мальчик домой приходит, дает дневник папе, и там написано математика 2, химия 2, физика 2, пение 5.
И вот поворачивается папа к нему и говорит: слушай, так ты еще при этом и поешь? Вот. Вот приблизительно то же самое происходит у нас. Знаете, там экономики нет, граждан грабят, причем грабит собственная власть, понимаете, нагло уже, открыто. Вот. Рассказывают, что их доходы это нелегальные там, оказывается, были. И они все должны денег отдать товарищам в бюджет. Вот. Тарифы растут, в общем, говорить о том, что какое-то госуправление существует, мягко говоря, смешно. При этом всем они приходят и говорят: видите ли, у вас на голове не та кокарда. Ну, честно вам скажу, смешно. Но хотя после того, как Киркорова объявили главным врагом независимости и суверенитета, то, ну, чесно, от, я даже не знаю, як охарактеризувати це. Пане Михайло, дійсно, от, знаєте, це все має певний такий карикатурний вигляд, і ця вся історія з Іллією Кивою. Ні, боронь Боже, я не виступаю його адвокатом, я його тут не захищаю, я далеко не є його там фанатом-прибічником, але тим не менш, я за неухильне дотримання закону. Якщо ти його порушив, то, будь ласка, відповідай. Враховуючи те, як у нас фіналізуються різного роду справи, я сумніваюся, що тут буде логічний законний фінал. А от щодо пана Кіркорова, також це має історія певний такий карикатурний, карнавальний вигляд. І, до речі, Філіп Бедросович Кіркоров вже відреагував на те, що він фактично несе загрозу національній безпеці України. Я пропоную подивитися відео. День почався з безконечних дзвінків і питань від журналістів. Новость дня. Я признан угрозою для нацбезопасности України. Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть. Слушайте, ну, после того, как сперва объявили главным врагом Моргенштерна, теперь объявили Филиппа Бедросовича, вот, я далеко не поклонник ни первого, ни второго, и, собственно говоря, мне абсолютно фиолетово, что они там поют или танцуют. Знаете, вот есть такая хорошая восточная мудрость: «По врагам твоим познаю тебя». Если главным врагом государственности является Киркоров и Моргенштерн, то мне страшно за ту власть, которая, как это вот есть такое слово, уособливает государство, да, то есть представляет государство. Мельчают, очень сильно мельчают. Вот поэтому, ну, честно говоря, я бы призвал власть не мельчать, потому что, ну, не надо устраивать уже, скажем так, квартал 95 на международном уровне и выставлять себя посмешищем, да, то есть вот, ну, человек занимается какие-то, у него есть там сценический образ какой-то, он там завладел или овладел умами миллионов, десятков миллионов. Вот, у него есть там поклонники. Собственно говоря, то, что родилось там, пусть оно там и умирает, в том искусстве и так далее. А превращать это все в, ну, в какой-то фарс. Не хотите пускать на территорию Украины? Это абсолютно нормально. Это суверенное право государства решать, кого допустить, кого нет. Не допускать его на территорию, да и все. Собственно говоря, вы можете даже это дело не мотивировать, подчеркиваю, это суверенное право государства решать, кого пускать, кого не пускать. Вот. Поэтому тут, ну, мягко говоря, в штангу. Касательно буквально пару рефлексий того, что вот, является ли то, что там Кива носил эту кокарду популяризации советских символов или нет. Это очень стрёмный момент, скажем прямо. У меня, например, есть подарочный гобелен Сталина. Было когда-то их три, там Ленин, Сталин и еще кто-то был. Но поскольку нас было трое, каждый выбрал себе по одному, значит, и в результате этот триптих распался. И у меня остался, значит, китайский там с иероглифами портрет в рамочке Сталина, значит, с этого, с там, не знаю, 70-х годах или 60-х, когда это было, китайский еще. Скажите, пожалуйста, если это коллекционная вещь, я имею право ее хранить. Более того, если я ее сфотографирую и похвастаюсь в Фейсбуке тем, что она у меня есть, это будет популяризация или нет? Возникает много вопросов. Я имею право делиться тем, что у меня есть, и я законно сохраняю. Имею. Ну и многое другое. А если вы в Москве сделаете светлину на фоне мавзолею Ленина, то это как сприйматиметься?
Особенно из моего глубокого детства, да. Вспомнить о том, как мы туда приезжали, да. Вот, все это глупости. И, к сожалению, уже 2 года у власти Зеленский. Но он ничего не сделал для того, чтобы, ну, не знаю, дебилизм, маразм и так далее, того, что было принято при предыдущей власти, он не сделал для того, чтобы это отменить. Более того, он его усугубил и усиленно этим пользуется. Возникает вопрос, как там его, Владимир Александрович, или как там, Петр Алексеевич, извините, я не узнаю вас в гриме Зеленского, да, вот что-то приблизительно такое, и разницы между этими двумя персонажами я, к сожалению, не наблюдаю, по крайней мере, если судить по делам. Вот. А дела у нас весьма печальные, более того, они еще и мелкие, судя по тому, кого у нас тут объявляют врагами там, госбезопасности и так далее. Окей, пане Михайло, ви казали про певний фарс. Ну, хто в ньому зацікавлений? І яку вигоду здобувають ті особи, які цим фарсом займаються в контексті ухвалення тих чи інших рішень, які мають політичне забарвлення? Вы знаете, тут теории заговора нет. Дело в том, что раз такая статья существует, соответственно, для отчетности, ну, то есть, знаете, на каждую статью создается целый отдел. Соответственно, есть, ну, на каждую, там, грубо говоря, статью, есть там человек 10 бездельников, которые жрут наше бабло. И эти бездельники, вместо того, чтобы заниматься делом, подчеркиваю, они должны оправдывать необходимость своего существования бренного, понимаете? Вот, соответственно, им нужно отчитаться о том, что они поймали кого-нибудь за то, что они там носили красный флаг, или я не знаю, что они там носили, серп и молот, там, звезду. Я тоже ношу серп и молот. Когда в Австрию приезжаю, я одеваю футболку с серпом и молотом. Отлично, с Че Геварой. Более того, я же говорил, это герб Австрии, серп и молот. Вот. Ну и, собственно говоря, флаг Китая, в том числе там со звездой и красный. Вот. Поэтому нигде в цивилизованном мире такой глупости нет, кроме как у нас. Но раз такая статья есть, соответственно, должны быть и бездельники, которые должны кушать за это дело деньги, а потом еще и начальству доказывать свою необходимость. Ну, иначе их разгонят, потому что, ну, раз никто не нарушает статью, зачем у вас тут аж 10 человек, а не дай бог еще и 30, допустим. Вот эти бездельники, от нехрен, извините, делать, значит, покушавшие, почухав репу, решили, что им нужно палочки. Знаете, такая система палок. Это когда ты должен там в месяц отчитаться о том, что ты чего-то там сделал. Подобная система есть и в СБУ в том числе. Я вам открою тайну. И когда ловят бабушек за то, что они где-то там в Одноклассниках, чи в Фейсбуке, чи где, выставили какую-то картинку с Лени, или там чего-нибудь, или где-то ностальгируют по СССР, и к ним приходят целые следователи, там все это оформляют, значит, там в суд подают. Это бездельники, которые сидят в этих управлениях, жрут бабло, ничего полезного для страны не делают, и только отчитываются, потому что им, согласно каждой статье, нужно показать количество палок, сколько они, чего, где раскрыли, какие они, трам-парарам, важные и серьезные деятели, защищающие безопасность нашей страны от бабушек-пенсионеров и кокарды на голове у Кивы. Вот, собственно говоря, все это надо разогнать. Более того, выяснить, сколько они сожрали за это время денег. Более того, уточнить, какую нагрузку они создали на суды, которых у нас и так задыхаются, у нас тут судей не поназначали. А они, извините, это все таскают туда. Сколько денег бюджетных использовано было на судебные процессы. Какой урон они нанесли нашей независимой социальной родине. Установить это все, заставить их ответить. И вот тогда, наконец-то, возможно, наступит порядок в этой стране. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, а що? Слабо оголосити Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, Сергія Шойгу, Валентину Матвієнка і ще деяких осіб, які зараз належать до владної вертикалі Російської Федерації, особами, які загрожують національній безпеці України? Чи тільки ми можемо артистів, представників шоу-бізнесу зараховувати до цієї когорти? А можете мне напомнить, сколько санкций было наложено на участников делегации из Китая, которая прилетела в Крым? Сколько человек было наказано? Скольким людям был запрещен въезд в Украину? Можете мне напомнить? Я боюсь... Я вам цифру також не скажу, так. Ну, правильно, потому что ее не существует, ноль. Самое так. Вот. Ну, то есть это о том, где мы там ноты играем, а где мы рыбу заворачиваем, да. Теперь касательно объявления первых лиц персонами нон-грата там, или санкций на них. Ну, в мировой практике такого нет. То есть, ну, там, на Лукашенко на, там кто-то, по-моему, не знаю, на него лично, по-моему, нету санкций. Но в мировой практике, то есть, редко используется наложение санкций лично на руководителей государств. Обычно это происходит, ну, с окружением, да. То есть первых лиц обычно, ну, подразумевают, но не упоминают.
потому что это связано в том числе и с вопросами дипломатии, и, ну, тем не менее, как бы там воспринимаем мы эту власть или нет в той или иной стране, но это де-факто эта власть. Поэтому такое не принято. Вот, но ваш подтекст о том, слабо ли, да, я думаю, слабо. Поэтому точно так же, как слабо даже членам китайской делегации погрозить пальчиком за то, что они съездили в Крым. Потому что если Китай в ответ погрозит пальчиком, то у кого-то памперсов не хватит. Ну, приблизительно так. Пане Михайло, не памперсами, як то кажуть, єдиними. Давайте будемо рухатися далі і обговоримо таке тезово вчорашнє інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке він дав Наталії Мосійчук. І, зокрема, отак по блоках будемо розбирати все те, що сказав глава держави. Зокрема, він заявив, що якщо влада вирішить відгородитися стіною від Донбасу, це рішення має підтримати народ на всеукраїнському референдумі. Ну, не стільки підтримати, скільки своє слово вагома має сказати народ на референдумі. Я процитую пана Зеленського. Стіна – це ж не просто слова чи щось, що хтось будує. Стіна – це все. Стіна в усіх відносинах, усіх комунікаціях. Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами Америки, Росії, окремо з Європою, паралельно, нормандський формат, буде він працювати чи ні, якщо все не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України. І мене тут, пане Михайло, цікаве таке питання. От формулювання питання на цьому референдумі, яким воно може бути? І друга, чи не починає все ж таки влада от готувати так поступово український народ, що Донбас – це не Україна? Ну, во-первых, стоит указать сразу, что Зеленский совершил очередной, подчеркиваю, очередной акт государственной измены, потому что, как должностное лицо при этом, потому что вообще вести разговор в таком ключе, это, мягко говоря, антиконституционно. По сути, речь идет об изменении территориальной, ну, границы и пересмотр территориальной целостности Украины. Этого происходить не может и не должно быть. Если он думает, что речь идет о стене, это в смысле мы перестаем коммуницировать, выплачивать пенсии и так далее, тогда из изменения в Конституцию нужно вносить и в части пенсионного обеспечения, социальных гарантий и многого другого. Возникает вопрос, а как быть тогда с Крымом в таком случае? То есть что, все, уже прецедент создается и так далее. То есть, по сути, это сепаратизм, акт сепаратизма. И за меньшие высказывания его личное СБУ приезжало к бабушкам, дедушкам и, так сказать, активистам, не знаю, как называть, блогерам, журналистам. И за меньшие высказывания. Это является сепаратизмом. Более того, я вам открою большую тайну. Сепаратизм бывает позитивным и негативным. Позитивный сепаратизм – это когда какая-то территория говорит о том, что мы не часть общего, и мы сами по себе отделяются. А негативный сепаратизм – это когда другая часть территории говорит, а мы вот ту вот видеть в своем составе не хотим, и хотим их вытолкнуть. И то, и другое является сепаратизмом. И то, и другое – посягание на территориальную целостность нашего государства. Когда подобную вещь говорит высшее должностное лицо, президент государства, который является гарантом ее территориальной целостности, этот человек должен быть смещен немедленно и отдан под суд. По-другому никак. Поэтому комментировать далее я не вижу смысла, потому что, по большому счету, там, если разбираться, там, при чем тут США вообще к этому всему и так далее, если это наше внутреннее дело, мы что, являемся 51-м штатом США или что? Или, может быть, колония Британии? Вот. Я вам больше скажу, уже нигде они ничего не договорятся, потому что в силу глупой международной политики, которую вели Стопчина некоторые министры, отдыхая где-то на Анатолийском побережье, в силу этой глупой политики у нас больше нет друзей, потому что очень часто говорят, у нас есть союзники. Знаете, союзники есть у тех, у кого есть 4-й флот США, грубо говоря, да? Вот у тех есть союзники. С точки зрения нас, у нас есть покровители. Это чуть разные вещи. Союзники – это, ну, грубо говоря, равные. Да? Мы пока ищем покровителей. Были покровители, одни тянули нас под Россию, чтобы там мы нашли покровительство. Да? Пришли другие, начали тянуть нас под США, а там покровительство. Теперь пришел Зеленский, тянет нас под Британию, там ищет покровительство. Ну, знаете, скоро мы так до мышей дойдем. Главное, чтобы нас Молдову не тянули, понимаете, искать там покровительство. Вот. Поэтому, честно говоря, очень
опасные слова говорил наш президент, очень неприятные и грустные. Обсуждать, какой вопрос может быть вынесен на референдум, я думаю, бессмысленно, потому что такого референдума быть не может в принципе. И если власть не способна решить ту или иную задачу, то в таком случае нужно отгораживаться стеной от такой власти, а не от части территории или людей. То есть, если ты не способен решить сложный интеграл, в таком случае ты должен собрать манатки и пойти на выборы. Это как минимум. А уже после выборов будем решать вопрос правовой плоскости. Вот. Но я впервые встречаю представителей власти, которые говорят о том, что они не способны управлять и не способны исполнять свои предвыборные обещания и не способны реализовать государственную политику в стране, предлагают отрезать кусок этой страны вместе с ее гражданами. Вместо того, чтобы молча встать и уйти с занимаемой должности, которой они не соответствуют. Пане Михайло, в продовження цієї теми є вже реакція голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Зокрема, він сказав, що питання територіальної цілісності держави не можна виносити на референдум. Це забороняє закон про референдум, а лише можемо обговорити питання щодо замороження конфлікту, наголосив пан Разумков. І також він додав, що проведення референдуму обійдеться державному бюджету України мінімум у 2 мільярди гривень. І при цьому він не бачить необхідності в проведенні такого референдуму з того питання, про яке вчора говорив Володимир Зеленський. Тобто, ну, вчергово ми бачимо, що не збігаються думки президента із позицією голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Я не знаю, є ли мислі в голові у нашого президента, але я точно знаю, що є правильні мислі в голові у спікера парламенту, який їх озвучив. То, що сказав спікер парламенту, абсолютно відповідає духу і букві закону. И это прекрасно, что, как у нас говорили, не первое и не второе лицо, ну и не второе лицо в государстве. А если, ну, скажем так, возникнет ряд нюансов, то может стать даже и на некоторый период времени исполняющим обязанности президента, то есть спикер, что ну, это должностное лицо и говорит именно те вещи, которые ну, должны, мягко говоря, поправить президента от ошибок. Я очень стараюсь быть дипломатичным, выбирать правильные слова, потому что иногда, очевидно, президента необходимо поправлять, скажем так. Напоминать ему, что есть Конституция. Особенно буквально вот через несколько дней мы будем, не знаю, кто-то праздновать. Я, например, буду помнить, скорбить о нашей Конституции и о том, что сделала власть любая, которые были предыдущие с этой Конституцией несчастной. Вот. И, мягко говоря, неприятно в преддверии праздника Конституции слышать от ее гаранта вещи, которые ее унижают. И мне приятно, что есть спикер, который не боится открыто и прямо поправить президента, напомнить ему отдельные, скажем так, части нашей Конституции и закона, который сам же президент, кстати, вносил в референдуме. Вот. Напомнить о том, что подобные вещи, мягко говоря, недопустимы. И если есть такая позиция спикера парламента, то это государственная позиция, это серьезная позиция. И я думаю, что это лучшая гарантия того, что, мягко говоря, странные идеи президента не будут никогда воплощены и реализованы на практике, исключительно с целью уберечь нашего президента от еще одного криминального преследования после того, как он сложит свои полномочия. Пане Михайло, і також є достатньо цікавою позиція Дмитра Разумкова щодо цієї ідеї, яка наразі вирує у владних коридорах, яку ми з вами обговорювали, а саме дострокові президентські вибори. І пан Разумков сказав наступне, якщо Володимир Зеленський зараз оголосить дострокові президентські вибори, то він закриє собі шлях до президентства. Закон забороняє балотуватися в президенту кандидату, який перед цим був президентом і оголосив дострокові вибори. Ось так. Ну, чесно, я не буду сейчас спорить. Возможно, Дмитрий знает лучше. Я, честно говоря, такого запрета не видел. Риски мы разбирали, в том числе вместе с вами, в одной из наших предыдущих передач риски для Зеленского. В частности, риски заключались в том, что определенный период времени исполняющим обязанности президента будет Разумков. И это риск для самого Зеленского. Кстати, тут перекликаются вот этот пассаж Разумкова,
перекликается с частью вчерашнего интервью Зеленского каналу, я так понимаю, 1+1, с которым, с олигархами которых там борется наш президент очень сильно, но иногда летает на их вертолетах на прием на британский корабль, ну, его чиновники. Ладно, опустим это. Я к тому, что в этом его вчерашнем интервью был пассаж о том, что якобы у меня нет конкурента. Ну, то есть, ну, у меня-то точно нет конкурента, как у анархиста, да. Но якобы и Зеленскому кажется, что у него нет конкурента. Ну, він сказав, що у нього є конкуренти, це бідні люди, інфраструктура і безробіття. Прізвище він не називав, так. Ви знаєте, судя по тому, що роблять його клівріти, там, яких він поставив в парламенті, там, Третьякова, там, і ко, мені кажется, що це не його конкуренти, я маю в виду бідні люди, бідність, там, і так далі, а це його враги. То есть он воспринимает бедных людей как какую-то социальную обузу, врагов государства, и считает необходимым их давить, если не так называемой медицинской реформой, то тогда и пенсиями, тарифами, там, ценами и всем остальным. То есть я бы усугубил это, и, знаете, как альтер-эго сказал, что, очевидно, Зеленский воспринимает это как тягар. Собственно говоря, это же, вполне прямо, скажем так, мне сообщают и многие слуги, которые за это отвечают, они говорят, что для того, чтобы наша мега-страна и новые люди, как они говорят, новые люди, которых они будут растить в новом университете, чтобы эти новые люди могли развиваться, для этого нужно избавиться от старых людей, которые мешают им жить и сидят нахлебниками на шее у этих новых людей. Вот, поэтому все тут понятно. Касательно конкурента, вы знаете, я не хочу, чтобы это от меня, чтобы сказать, не моя фраза, но вчера в Фейсбуке, ну, скажем так, уважаемые мной люди, которые были и в парламенте депутатами, многие, так сказать, авторы серьезных книг и исследований сказали, после вот прочтения этого интервью, они и вот этого пассажа написали коротко: «Пафосное ничто». Ну вот приблизительно так. Поэтому пассаж Зеленского, пассаж Дмитрия о том, что Зеленский может, конечно, уйти, но больше он баллотироваться не будет. Даже если Дмитрий прав, я хочу напомнить, что Зеленский уничтожил своими волюнтаристскими действиями, уничтожил самую главную конституционную институцию, а именно Конституционный суд. Поэтому даже если Дмитрий 10 раз прав, и даже если в Конституции была бы такая прямая норма, ничего сделать нельзя до тех пор, пока нет Конституционного суда, а его, очевидно, не предвидится быть. Соответственно, уже совершен акт, по сути, узурпации, полной узурпации власти. А любой узурпатор, он, естественно, сам себе трактует Конституцию, и как ему нравится, тогда он и поступает. Так он и поступает. И никто ему ничего тут сказать не может. Возможно, Дмитрий намекал на то, что мы прямым образом будем защищать Конституцию. Если да, то я готов. Защищать Конституцию прямым образом от узурпатора, да, я готов. И как человек, который стоял первой палаткой Украины без Кучмы, скажу, что я знаю и могу. То есть, поэтому тут мы едины. Я думаю, что очень много миллионов граждан, которые являются для некоторых депутатов от слуг народа, которые, ну, считающих их обузой, я думаю, что эти граждане прошлого или обуза, я думаю, поддержат нас в стремлении защитить Конституцию и нашу страну от узурпаторов. Пане Михайло, справа в тому, що в ці хвилини, коли ми з вами ведемо розмову, Дмитро Разумков дає прес-конференцію. Я хотів би вже резюмувати наш такий з вами огляд позиції голови Верховної Ради. І він, зокрема, сказав про те, що не збирається подавати відставку з посади очільника парламенту. Тепер повертаємося до інтерв'ю, яке дав Володимир Зеленський. Зокрема, цікаво було послухати позицію нашого гаранта по операції щодо вагнерівців, тому що ми так і не отримали відповіді на ключові питання в цій справі. Зокрема, він сказав, що просив Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив. Є відповідний фрагмент відео, давайте його подивимося. Останній раз ми спілкувалися по телефону, до речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залучений в цю тему, коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григорьовичу, я сказав йому, я його попередив, я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. Я навіть не пам'ятаю, передавав, мені здається, наш посол, не пам'ятаю, не хочу брехати, але тим не менш він сказав мені по телефону, я розумію, так,
Он говорил мне: дорогой мой Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты же знаешь, я тебя не подведу. Все будет нормально. Сейчас тут у меня не все, значит, спокойно, я разберусь. Я был уверен, что он передаст нам этих вбивц. Я думаю, что в этом интервью Зеленский слишком много сказал. Слишком много. Этого достаточно на достаточно длинный срок. По большому счету, он признался в том, что он передал главе другого государства, которое, кстати, сейчас у нас под санкциями. Более того, даже есть постанова парламента о том, что это какой-то тиранический режим или чего там. Даже, скажем так, парламент не считает в своем политическом заявлении Лукашенко избранным президентом. Вот. Но в свое время именно этому лицу, очевидно, понимая, кто такой Лукашенко и как, наш действующий президент, имеющий доступ к государственной тайне, рассказывает подробности секретной операции, которую проводили спецслужбы других государств, которых он называет союзниками, а я покровителями. Ну и, собственно говоря, он сливает детали этого всего, тем самым закрывая нам путь в НАТО, потому что НАТО – это в первую очередь координация, в том числе и доступ к секретной информации. И если страна, глава государства позволяет себе сливать менее важную информацию о деятельности спецслужб и практиках этих спецслужб, сотрудничающих с Украиной, сливать это господину Лукашенко из страны, которая чуть позже будет под секторальными санкциями и будет по ней политическое заявление нашего парламента, то я считаю, что это, ну, то, что сказал Зеленский, должно быть задокументировано. Ну, собственно говоря, должно быть тут же открыто уголовное производство в прокуратуре, потому что нам нужно узнать, что еще Зеленский и кому передавал. Теперь нам стало понятно, почему международные встречи не проходят в Киеве, а руководящие, скажем так, лица на руководящих должностях в Украине, носители государственной тайны, странным образом перемещаются на территорию Британии, например, на корабли, а это территория Британии, и там встречаются, а не наоборот. Почему нужно летать в Оман и Катары для того, чтобы получить какой-то звонок, совершить или переговорить? Теперь все становится на свои места. Но отсюда вывод, что получается, такими действиями глава государства отвернул нас от нашего курса в НАТО, раз, от нашего курса в ЕС, два, слил закрытую информацию секретную о деятельности других спецслужб во взаимодействии с Украиной, главе третьего государства, которое враждебно настроено по отношению к государствам представителей этих спецслужб. Более того, он успел провести даже параллель между посаженным самолетом, если не ошибаюсь, Ryanair в Беларуси и тем, как это должны были сделать в Украине, тем самым подтвердив, что возможно такое. Ну и много-много другого. Это я просто, знаете, как там, мазками, да, мазками так прошелся. Вот. Но я думаю, что если Генпрокуратура заинтересуется, или там ДБР, то я думаю, что мазков будет значительно больше из того, что успел сказать наш гарант. Поэтому я думаю, что лучше бы ему сказать, было сказать меньше, да, чем то, что он успел наговорить, и больше уже ничего говорить не надо. Мне очень печально, что я в том числе имел отношение к тому, что призывал именно, ну, скажем так, именно такое руководство страны избрать. И свою вину во многом с себя не снимаю. Это интервью, которое он дал, 1+1, оно, скорее всего, станет эпохальным интервью и, наверное, точкой невозврата, и ляжет в материалы дела, которые будут неизбежно заведены на бывшее, тогда, на тот момент уже должностное лицо, которое совершало, ну, мягко говоря, непредусмотренные законом действия. Пане Михайло, але ж ми розуміємо, якщо виходити із кон'юнктури дня сьогоднішнього, що президент України не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності, оскільки він захищений відповідним імунітетом. А якщо говорити про процедуру, яка називається імпічмент, вона є, ну, мало реалістичною, якщо зовсім не реалістично, в стінах українського парламенту, враховуючи те, як прописаний цей закон, яким так хизувався президент Зеленський, зокрема, «Слуги народу».
Я хочу вам напомнить, что, собственно говоря, я ничем не удивлен. Лапшу на уши избирателям вешать мы умеем. Значит, никакой депутатской недотрканности снято не было, подчеркиваю. Дело в том, что кейс с, я не помню, как фамилия этого депутата, который пиво воровал, и на него там должно было быть представление прокуратуры. Кейс этот показал, что, собственно говоря, вместо снятия неприкосновенности депутатов просто подвесили, и теперь президент и его 100% генеральный прокурор лично решают, кого преследовать, а кого нет. Я хочу напомнить вам, что, ну или вы, зрители, не поленитесь, и посмотрите, какая была позиция сперва, значит, когда президент начал защищать, говорит, что он не коррупционер, и все отлично, и генеральный прокурор тоже, значит, сказал, нет, мы даже, так сказать, расследовать этого всего не будем и так далее. Как только поступила другая команда, тут же началось расследование, что говорит о ручном режиме или выборочном правосудии. Это первое. Второе. Президент не обладает иммунитетом. Это иллюзия и миф. Откройте Конституцию. Президент на время своих полномочий пользуется иммунитетом. Это разные вещи. Причем ну, таким же, как и народные избранники. Ну, только в более широком смысле. Для того, чтобы убрать иммунитет свой, как это обещал он, лично обещал, нужно было просто внести, ну, точнее, убрать одну из статей Конституции. Он этого не сделал принципиально. Он говорит о том, что он внес закон про импичмент, чего не делал никто ранее. Да, закон называется про импичмент, но текст закона о том, как никогда и ни при каких обстоятельствах не провести импичмент лично Зеленскому или любому другому диктатору или узурпатору, который придет после него. Поэтому белое назвали черным, черное белое. Вот. Но ничто не вечно под луной. Точно так же каждая власть, точно так же, как и Зеленский, как Кучма в свое время, там, Кравчук и так далее, все они думали, что они вечные. Точно так же, как удивлением было для Кравчука, что он проиграл Кучме, точно так же, как удивлением было для так, Януковича, что его выгнали в Ростов. Ну, я думаю, что такое же удивление в свое время постигнет господина Зеленского и его власть. Я думаю, что это произойдет быстро, потому что, судя по заявлениям, знаете, вот идем от противного. Ну, говорил там себе некий Михаил Чаплыга, говорил о возможных перевыборах парламента. Ну, говорил и говорил, мало ли кто чего говорит. Но когда от противного или запорячего-то это начинают президенты или там действующие депутаты, или там представители парламента, значит, Михаил в чем-то был прав, или им хотелось бы на эту тему поговорить. Если говорят о невозможности там проведения досрочных президентских выборов или там о их возможности, значит, такой вариант рассматривается и оцениваются риски. То есть это как камень, брошенный в воду, следят за тем, как разойдутся круги. Поэтому, да, все сценарии рассматриваются, но поскольку рассматриваются эти сценарии в таком вот хаотичном порядке, это говорит о том, что на Банковой сейчас царит полный, ну, мягко говоря, раздрай, то есть Банковая, ну, там нет уже, скажем так, центра управления, да, то есть по сути это, ну, достаточно странное сочетание людей, и царит там, ну, мягко говоря, неразбериха. Подобные вещи происходили в свое время у Януковича, аккурат перед тем, как закончилось его правление, в тот способ, который оно закончилось. Пане Михайло, на жаль, ми обмежені часом. Я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Дійсно, широке коло питань встигли ми з вами обговорити. Ще раз вам дякую. Так само дякую нашим глядачам за увагу. Михайло Чаплига, політичний експерт, був сьогодні разом із нами на Політека. Всім бажаю міцного здоров'я і до нових зустрічей. Бережіть себе.